Регулировать процессы во время стандартизации. Теперь будет специальная национальная система. Она проследит, чтобы сохранялся баланс интересов государства, бизнеса и потребителей. Об этом на брифинге в службе центральной коммуникации рассказал председатель комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию. Новшества ведут, когда в силу вступит новый закон о стандартизации. Сейчас же его проект находится на обсуждении в Мажилисе. Галымжан Дугалов отметил, что при его разработке учитывалось мнение товаропроизводителей. Необходимо отметить, что национальный орган по стандартизации проводит работы от анализа документов до самой процедуры разработки, а также и мониторинга их применения, что будет способствовать защите отечественного бизнеса посредством включения национальных стандартов в технические регламенты ЕАЭС.